Блять, да, выключил. Нормально, с кем не бывает. Не, не надо себя обзывать, пожалуйста. Конечно, Лешка. Иначе мне придется тебя обозвать, тварь. Не понял. Извиняюсь. Нет, до этого не видел, что я вообще сам себе вебку скинул. Че ты ржешь, ты, блядь, мне скинул. Так, все, сейчас будет жестко. Это да, я вам скинул, Вадим, извините. Так. И ты мне новенькую, да, скинул? Я ничего не скидывал. Не, Вадя. А, не знаю. Вадим, выбирайте любого понравившегося вам персонажа. Во. Походу разберете, кто что делает. Вы выбрали Громилу? Так, я всегда за эту Громила, сучку долблю, блядь. Вы Громила. Громила я? Да, вы Громила. Вы... Я хотел миротворец взять. Блядь, у меня приколись со стримом лагает. Бля, какой же конченый компьютер, его надо срочно зажигать. Что за залупу тебе собрали, вот серьезно? Бля, это пиздец, дядь. Прикинь, у меня во время каждой загрузки нереальные лаги, вообще просто ебанутые. Подожди, а сейчас так же будет у тебя? Не, сейчас в игре все нормально будет. У меня такое какое-то качество, сильно красивое, мне не нравится такое. Тебе надо в этом брать, в настройках просто. Я люблю, чтобы качество уебное было, как ну в качестве. Ну все, на низкое все поставишь. Братишечка, X нажимай почаще. Брат, я аптеку взломал, нахуй. Я кровь забираю, блядь. Если хотите, вот здесь забирайте кровь. К тому, что у меня ограничение 60 FPS стоит. Это очень свежо. Сегодня Диман на таком играл. Ой, она очень красивая, кстати. Она пиздец какая красивая, бля, брат. Мне это не нравится. Я люблю, когда хуже, кажется. Хорошо, что с девушками у вас не так. А прикинь, с девушками так, а с играми наоборот. Мне нравится моя девушка. Это хорошо, это важно. А кто ваша девушка? Особенно голая. Ой-я! Не знаю, не видел. Сказать? Да похуй, скидывай. Нет, блядь, чё, братишка хочет посмотреть, чё? Твоим же кентишкам. Не, ну в смысле, кентусы и своей девушке пиздятнику можно отправить. Смотрите, Вадим, краткий курс обучения. Нажимаете X, сканируете местность вокруг себя. Есть обычные люди, их нельзя убивать просто так. Либо... Чё? Вот, к челам надо бежать. Всё, не, я отойду, у меня оружия нет. Смотрите, обычных людей, которые внизу, они подсвечиваются разным цветом. На них можно пополнить КП или улучшить свои навыки, которые находятся слева снизу у вас. Такие точки тройные. Каждый человек пополняет вот эти вот отдельные точки. Всего можно 3 человек сожрать. Ну, на первой стадии. И пополнить себе здоровье этими людьми. А также вы можете нажать X просканировать. G — это ваша точка. Нет, G — это кнопка. Вы ее зажимаете. И быстрая панель, там броня, там вот эта хилка. Вот. И все, дальше QE способности идти убивать. Ладно, блядь, забудем. Что случилось? Да не, ничего, забей. Че, про точку G лишнее было? Не, про точку G как раз это то, что я люблю. А. Я просто залазил на стену, и меня просто вниз обратно откидывало почему-то. Ой, извините. Сервер плохой. А-а-а. Я вижу, у меня вон этот, сервер плохой. Да, Вадь, пробел. У тебя человек? Пробел и наверх. Я пострелял, люди испугались, а я просто тестил оружие. Не бойся, похуй на них. Главное, не убивай, потому что помечаться. Главное, будет. Не убивай, да. И не соси на виду, понял? Просто ну, типа, понял, если... нажимай на X и лутай. Нажимай на X, лутай. У нас с левой стороны типы стреляются. Пока просто лутай карту. Калаш охуенный, брат. Если что, синий калаш вообще разъёб, если найдёшь. Калаш охуенный? Калаш разъёб. А я взял Томиган. Томиган тоже охуенный. На ближнюю хороший. Если ПЛ хочешь человека сожрать, просто наводи на него пушку. Он съёбывается, и ты сжираешь человека, который тебе нужен. Все остальные разбегаются. Допустим, вот это да, что? На виду нельзя сосать. Это съедаем, нахуй. Ой, у меня челы здесь. Ой, ебать, сачок выпил, блядь. Ой, мне бы помочь. Вот здесь. Погнали. А то миган для ближнего, да? Да. Да, в упор прям. Вот калаш заебись. Ну вообще лучше какие-то, по-моему, типа снайперки брать или какую-то такую залупу. Покоцал двоих. Помощь нужна. Какая помощь? Просто, ну так чисто помочь. А дробовик хуйня, да? Вижу чела. Какой? Помповый дробовик, а, хороший, это, блядь. У которого 4 этих. Подожди. У меня снайперка есть. Хорошая. Какая именно? Прям снайперская или марксманская? Синяя. Не, какая именно в плане, какое оружие? Не снайперская знаю. Винтовка или марксманская винтовка? Вот. Покажи. Как нет, показать? Нет, это залупа, я вижу в руках у тебя. Я лучше выкину, да? Ну, постреляй на дистанции, как бы. Вон чел, вон, видишь, вон, прыгай. Где? Вон. А, вижу, ебите его в жопу. Попал. Го, подпушим его.
Погнали. Отпушим, давай. QE не забывай, потыкай QE, посмотри, что у тебя делает. Да, у тебя еще и скиллы есть, брат. У тебя ебанутый прыжок на Q вроде бы. Ты кого выбрал? Громилу. Да, по-моему, это у тебя есть. Брух. Да, по-моему, он брухом прыгает высоко, далеко. У меня хилы еще есть, если что, прости, я хилить буду. Дал 60-90, челу на меня. Еби в задницу, еби, трахай жопу. Иду помогать. Он от меня упрыгнул как-то. Вижу, на кольцо. Очень много дал. Да ёб твою мать, я в заборе застрял. Я не разумею. Он убежал налево. Где? Ох, ёб твою мать. Ебем, охванулся, бля. Это боты. Лазерами вот это ботов, боты. Ботов не трогай, брат. Это мобы. Уже убил его. Да, бота ёбнул? Да. А чё будете, если бота выпить, кстати? Ничего, убиваю его. Блять, хуйню нажал. Они же мешают, ботов убивать надо. О, чел! А, вон сверху, да? Ну, блять, я его накосил, но я по 8 хп снимаю. Подождите, в смысле игра хуйня, блять? Вначале просто адаптируйтесь, привыкните. Понимаете, блять, сельдерей на вкус тоже невкусный. Ну, хотя ладно, сельдерей хуйня, хуёвый пример. Он в любом случае хуёвый. Допустим, блять, мне в детстве больше не нравился, а сейчас распробовал охуенчиков. Слушай, а штурмовой автомат это имба, а? Ой, Ваня, что я сделал? Ты убил человека, которого нельзя убивать. Человека ни в коем случае это нельзя, блять. Брат. Ты теперь помечаешься минуту для других игроков. Да похуй, блять, мне вообще. Хуяр всех, мы всех отпиздим, брат, ты серьезно говорю. Можно всех выебаться, у тебя крыша есть. Ты не заметил, что у нас что-то с оружием как-то плоховато? Очень хуёво. О, зато я вижу челика, сейчас кушаю его. Я золотой сундук открываю. Давай. Все, по Ваде уже стреляет. Минус 70, минус 40, я дропнул чувака. Ты нокнул его? Да. Блять, меня хуярит, брат. Да, очень много челу надамажил. Вон он упал. Еще дал по красному. Нокнул. А, блять, я убил чела дружескую. Ебаный сыр, я человека убил, блять. Нок еще один, мне помочь надо, у меня на крыше много. Можете забрать? Нокнул. Тут еще минус 92. Я доедаю. Минус 17. Еще потом. А, бля, это человек был. Сука, что за хуй сраный, блядь? А, так меня толпой ебут в жопу. Пацаны, пиздос. Резайте меня, блядь. Сука, блядь. Я убил одного. Еби в жопу, еби давай. А, я при смерти. Бля, минус 120 дал. Ебать, Алексей у нас без боли, слышишь просто? Меня убили. А у меня патронов нет. Бля, боже, чел, нахуй ты стучишь, чё за пиздос, блядь? Ничего не понимаю, пистолет он сейчас ебал. Да я не понимаю. Не, надо сейчас, смотри, брат, надо просто чуть-чуть адаптироваться, бля, сейчас всё попрёт, я тебе, бля, буду. Главное, почувствуй, как ты можешь ебать. Здесь просто механику надо понять. Ссылка игра в описании. Нет, я уже подтверждал, что это не реклама. Я эту игру в жопу ебал. Просто постарайтесь проникнуться. Блять, опять лаги начались в меню сразу. Запускайте. Давай сразу. Сейчас, подожди. Можно задонить что-то? Я уже задонил. На бату пасы. Так, сейчас я быстро развернусь. Бля, прикрыть, у меня реально постоянно в меню просто комп зависает. Ну, точнее, моя хуйня вот эта. И я не могу скипнуть. Видно же, что интеграция. Бля. В Ашане? Это... Ну, бля, можно в Ашане, можно в какой-нибудь другой хуйне. Чел пишет, ну и говно, а не игра. Не, игра безумно, кстати, красивая. Просто проблема в том, что у нас люди привыкли, к сожалению, играть в Доту и в CSGO и все, и другие игры им кажутся дерьмом. Да. Проблема в том, что у нас не... А с Дубая комп, с Дубая оставили комп. Блять, сука. Усталость сделала первый сейчас, 90% людей думают, что это реклама. Человек же не может запустить просто в игру какую-то поиграть. Не может. Да. Так я уже, блядь, 1000 раз подтверждал, что я создатель этой игры просто на грудь им срал. Вы думаете, у меня бы с такими словами купили рекламу, блядь? Брат, кто думает, что это реклама, он будет думать, что даже если ты будешь обзывать игру, понимаешь? Ну ладно, подожди, по факту тогда не правы, блядь. Вот сюда залетаем. Блять, опять лагает. Какая ебаная хуйня. Что? Терраса. Терраса. На террасу. Вот такое. Варзон есть. Ну смотри, есть людям, которым Варзон не нравится. Не, Варзон полная хуйня. Мне вообще не нравится Варзон. Варзон не нравится, например. Даже, я даже больше скажу.
даже вот смотреть мне не нравится Warzone. Мне скучно, например. Нет, у меня тоже не нравится Warzone вообще. Я почему эта игра понравилась, потому что она на фортик похожа. Бля, мне срочно новый компьютер нужен. Я на днях этот вопрос решил 100%. Это такое другое. Чем? То, что она третьего лица, и можно по крышам бегать. Это же кусовщица. У тебя с драйверами проблемы. Возможно. Погнали. Не, это не игра такая. У меня не лагает ни капли, чтобы вы понимали. Не, это Бати, не игра, в том-то дело, это моя помойка ебаная. Ты делаешь кожу стальную такую, типа. Ты не простреливаешь, но ты стрелять не можешь. У тебя ебать перцем бовый на самом деле. Сейчас спадает твоя защита. И на Е у тебя рывок. Главное, не забывай, короче, на X нажимать. И лутать сундуки все. Я магазинчик скрываю. Вот в этой локации есть всегда золотой сундук. Вот а он. Не, кстати, у меня не так и много ФПСа. У меня 150. У меня тоже 150. 158 в игре. Причем нормально. Так, а 150 это много ФПСа? Ну типа, да я думаю, лагает. Она просто не оптимизирована еще даже, брат. Ты че, она же вообще свежая, она только из яиц вылезла. Не-не-не, ты че, ее выпускали уже. А, это старая? Да. Ну типа ее выпустили, потом закрыли, потом сделали. А если так тут на X можно нажимать постоянно? Да. Да, стабильно, нет, там есть какой-то КД небольшое. Который какой-то супер мелкий. Ну секунд 7 где-то, 8. Бля, если у кого-то броня будет, дайте мне потом. О, у меня снайперка нормальная, прикольно. Да. Только она в голову 160 дает, надо с одного раза не мог. А, да? Да. Но тут попадать попроще. Кстати, слышь, брат, если что, можно этот, как это называется, на контрол подкаты делать. У меня на C, кстати. А, реально, нихуя. Для мувмента, do you know movement. Что-то мы разошлись. Так, меня же никто не смотрит на меня, как я жру, блять, ее. Да, согласен, у пчелки на очень красивый голос. У пчелки на охуительный голос. Спасибо большое, друзья. Ну это не сравнится с его пенисом, блядь, настолько маленького, блядь. Не понял. Ну так вот это еще думал, блядь, только комплименты тебе ловить. Кто чел это? Слева, чел слева на радаре, его выебем. Залазьте на крышу, главное по ХГ просто ебите их, блядь. А где чел? Вон, видишь? На радаре, видишь, просвечивается. А вон он, открытый стоит прям. Блядь, зависло. Дал 80. Хорош. Я иду, пойдем запушим, просто выебем. И там друг еще. Там тройка. Понял, я пойду. Минус 160, я нокнул типа. А я дал 80. Поднимают его. Мышки. Нокнул. У меня мышек много как-то. Фигай. От этих мышек. Стой, не убивай их, надо скушать. Кушай их обязательно, брат, на будущее. На F. Чтобы ты мог больше людей приглотить, понял? Вот так, соси ему, давай. Хорошо, понял? Катана вообще имба. Дайте катану, пожалуйста, я хочу попробовать. Ты хочешь катана тоже на высоких скоростях долетать? Катана на правую клавишу пули отправить. Бля, я не знаю, как оружие скидывать. Здесь можно оружие скидывать? А да, забей, через таб, через таб. А, вот, вижу. Слышишь, у них тип выжил, он охрестен. Это я понимаю. Один ГВ получил, короче. Бля, мне так нравится по крышам прыгать. Может быть, я всю жизнь был просто рожден для этого, чтобы прыгать по крышам, блядь. А тут какой-то чел, холерик. Да. Ну вот видишь, посмотри. Холерик что это для ближнего боя, брат. Видишь, увеличивает твой ближний бой. Лучше не убивать его, да? Ну такое, нет, блядь. Можешь... Мало вероятно, что ты будешь драться, блядь, на ближнем бою. Например, если у тебя катана и у тебя три холерика, то у тебя увеличение урона. Мне понял, мне больше всего нравится то, что реген дает. Точнее, не реген, а КД. Реген и КД. Ты сможешь сделать реген, да, что у тебя 5 хп в секунду будет регениться. Да, сангвиника в проекте, да, я сейчас. Кого? Сангвиник. Вот как раз и реген. Слова, конечно, для начала. Но мы и так-то, бля, не глупые пацаны. Да, вижу чела. Давай. Дай метку на нее. А все, уже. Чел пишет, выключай эту нищую хуйню. Почему не? Чел, вот тут. У тебя? Куда я метку поставил? Там по нему бот стреляет. А ты нокнул, что ли? Слава. Меня ебет кто-то. Долбоеб, ты че моего кента в жопу трахаешь, охуел?
Я тебя скушаю нахуй. Я давай справа. Не пойму, кто. Девочку справа добей. Подожди, куда пошел нахуй? Хватит, а один, мне хуесос! Сиськи высосу, блядь. Лес у тебя, брат. Слушай, налетел с топором на меня, как вообще. Я сам охуел, тебя как будто хуем рубил, понял? Хуесосы сзади бегут. Ебем их, брат. О, слышь, забери катану. Катана, кстати, на самом деле охуенная, понял? Она может пули блокировать. Вот так ее берешь и правую кнопку нажимаешь. Меня на пули отбивает, понял? ХП регенит, понял? А, на ту она еще ХП регенит? Да. Ебать им бакает. Поэтому просит сейчас по этот. Катана кайф, ну надо осторожно с ним, блядь. Ну да, катана это такое. Не всегда к месту, знаешь. Ну да, да, такое. Надо прям очень деликатно, блядь, работать. Чё, кто-то видит кого-то, нет? Не знаю, пойдем просто фига займем. По на самую верхушку, на шпиль. А да, нечего, да, значит, дай я калашек что? Возьму, блядь. Что я? Хотя. Где это что? Я рывок у тебя. Попробуй его. Особенно нажми, нажми, похуй, не бойся. Не бойся тратить прям эти скиллы, вообще похуй на них. Ну главное, ты потом просто. Нажимай. Ты потом просто поймешь, типа, что к месту, что нет. Главное, вначале просто поймик, они работают, привыкни, придрочись. Братик, я так же придрочился, блядь, забей нахуй. Ну ты, дядя, у тебя хуй как Буратино, блядь, как будто ты Папа Карло, блядь. О, вижу, чувак, далеко. О, он мелочь сюда. На, опасно, закинь нам еще. Не забывай, что у меня хил есть. Сюда. Да. Так, похил мне. У, блядь. Я вырвался, дурачок. Похилишь? Иду. А где он? У меня 170 кака. Перед, не надо хилить. Надо. Лучше быть фуллоу. Я похилю вас, стой, я вас похилю сейчас. Ну у меня персонаж такой, Пэлло, у тебя типа способность летать быстро, там броня, вся вот эта хуйня. А смотри, что у меня идет. На нахуй пукнул, ёпта. Сейчас свет послушаю. Кто-то по тебе стреляет. Это я, это мамбы ёбаные. Не мешали. Бля, приколись зона на ботов. Поэтому их лучше чуть пострелять. Чтобы они хотя бы чуть-чуть стали. А то они на самом деле жестко хп снимают. Они пиздец как ебут, блядь, так-то. Mm-hmm. Смотри, сука. Надо. Съебался нахуй. Надо. Бля, посмотрите, где зона. Далеко, да. Надо выйти. Ну ты меня задамажили, пиздец. Ух ты, блядь. Я говорю, да. Да, это уже. Блядь, у меня этот черт броню сбил, сука. Хила нет, да? Хил есть, идите ко мне, идите ко мне, подойди. Просто стойте, у меня хил здесь. Накастовал, Халерик. Это вообще охуенный перс, брат. Если чё, у меня есть, смотри. Чел летает. О, вишла, блядь. Минус 180, нокнул. Иду к тебе. Где? Метку. На колесико, брат. Я не знаю, не знаю. На колесико. Вот тут где-то. Он внизу, скорее всего. Да, там чел еще один бегает, вот здесь. Дал минус. Минус 80 дал. Блядь, лаги ебаные. Все, ласт. Попал. Пометки ласт. Нокнул. Хорошо. Хаваем. Еще пати. Вон там. Я своего убил. Хорошо. Нокнул. Там еще будут. Только там человек стоит, не убейте случайно. Не убивайте, надо съесть. Понятно. Поздно. Похеру, я хаваю. Кушай их, блядь. Никого не слушай, нахуй. Калаш имба, да, Валерик? Чел, на мне. Блядь, меня чел обнаружил. Все, съедаем и съебаемся, брат. Ой. Дал 80. Прикройте меня. Дал 80 еще. Хилю. У нас зона. Минус 80, я нокнул, типа. И вот летит. Дал 80 ему! Выебать жопу. Ты его нокнул, по-моему, нет? У нас где-то чел, застопай! Во, у нас прям чел! Под нами. Да, блядь, что за хуйня? Я умер, а как так много урона? Он руками бил? Да, руками он меня бил. Ты положил его? А что за хуйня? Я поднимаю, ты меня поднимаешь, блядь. Да. Сразу ты ТП-шься. Прыгай в нашу сторону. Еще если G нажми, Вань, G нажми. Я нокнулся опять. Нормально. Ты реально опять нокнулся?
Да. Блять. Подними, подними его, ты сможешь поднять. Я подниму его под этой. Давай, сейчас когда встанешь. Слушай. Сейчас когда встанешь. Ну. Я подхилю вас. Стой. Меня не поднимает. Все поднимает. Вот у меня такая же хуйня была. Бля, вообще умрет, походу. И у тебя с левой стороны бомбочка такая. Ее заюзать сразу надо. Если она есть. И беги просто. Делай рывок. О, я живой. Ты живой? Иди сюда, брат. Короче, эта бомбочка, она помогает тебе в зоне. Бля, показался нахуй. Понимаешь? Какое-то время. Тебя зона не коцает, понял? Зона сразу идет, если что, смотрите, опять. Прикольно. А что так стрелять легко? Не знаю, брат, я тебе о том же, я пиздец ебу здесь всех. Ну, это типа как в Fortnite. В Fortnite же тоже легко стрелять, по сути, там только ебаный. Вот. Где? С правой стороны. На крыше были. Трахаем их, валяй. А вон они с той стороны. Перепелиное гнездышко. Вижу, под нами. Да, минус 90 дал. Ебать, ладья. Хилю. Да, он мой мой. Хорошо. Не забывайте армор хавать. Бля, есть какое-нибудь оружие? Что-то кроме... Вот, блять, ладно. Дай калаш мне. Вот. Да, заебись. Три человека осталось. Тебя, смотри, ты можешь через тап просто шприц быстро втыкать. Это такой медленный, но реген будет. Через джон втыкает. Либо через джи, да. На джи колесо просто удобнее, мне кажется. Пишут, бля, умрите, боже, хуй вам, бля. Нет. Ну, вампиры мы не можем, только колосиновый нам. Не, я отвечаю, вот в этой игре у нас стало ебаный. Вижу челов. Где, метку? Да, там кто-то. Стой, видел чела. Минус 80, без армора. Блять. Аккуратно, Вадь. Летают свиски эти опять. Аккуратно. Вижу, с правой стороны, где мой крестик. Не пикай. Бил, блядь! Мне больно. Я регенюсь. Я хилю здесь. 80? Я здесь хилю. Вдвоем. Я очень красный. У нас, брат, запушил, как? Я смотрю. Где? Где-то над нами прям, где-то минус у нас. Минус армор, поплацовывало. Минус 100, минус 40. Минус 60. Пушит еще. Блядь, 23-0, тише, сука. Прикрой, Лех, прикрой. Я еще Вадя поднимет. Найс. Я пытаюсь. 87. Отходите. Они очень коцанные все, но они уже отрегенили. Я, брат, спрячусь, я просто в ОГ уйду, Я ног одного! Что, блядь, ты че там? Нет. Съедаю одного, съедаю. Минус 45 дал ему. Скушал. Хорошо. Так, я броню использую. Видите шло? Там нокнутый чел. Да. Катана пули отбивает, блять. Вот надо катану юзать нахуй, я постоянно забываю. Пойдем. Ладно, нахуй. Его надо. Стой. Где-то может быть. Да, убил. Хорош. Скушайте. Лучше если хотите отхилиться, скушайте. Не могу. Понял. Чего, у меня чел. Это все, это ластовый. Дружище, нахуй. Он без армора, Вадь. Не, это не ластовый, Я скушал, убил уже. Ух, ебать. Наши стороны ластовый, вот он у меня. А, у вас, наверное, ластовый. Давай, еби. Я при смерти. Иду. Хорошо, брат. У него 0 хп. Я тоже при смерти, у него 0 хп. Let's go, bro. Сосать. Смеется сейчас 22 посмеяться. Бля, опять эти лаги ебаные терпеть сейчас. Опять чай FPS просядет, сука, на этой загрузке ебаной. Ебать, ну и чё, после этого вы скажете нахуй я хуйло, бля, ебаное грибное, блядь. Бля, я реально ебу в эту игру, я наконец-то нашел новую игру, свежачок, где я жесткий. Ну да, тут стрелять приятно. Согласись, мы тут можем всех ебать. Легко, конечно. Но на самом деле это пока просто такие типы, Вадь. Да, брат, я только что прыгнул в билету в чела с АВП-палочем. Да, здесь вообще имба, здесь даже разброса нет, но это все пофиксят, понял? 100% я уверен. Не, есть типы, которые просто...
Оказывается, у тебя в спине, у него две катаны, он тебя убивает за секунду. И ты такой, типа... Не, ну против катаны нужна катана, блядь. Либо скиллы, то есть подходящие. Тут в любом случае есть, так сказать, свои нюансы. Понимаешь, да, о чем я? Да, блядь, заебали этим... Бля, как меня затрахал от компьютера, что мне приходится каждый раз Шило на мыло поменял. Да пиздец, блядь. Не, ну, блядь. Ну все, слышишь, просто как ты разговариваешь? Походу, да, я не знаю, меня просто, меня хуярит, блядь, просто так. Постоянно, дядь. Не, я понимаю, возможно, там уже 11, это поздно для стрима, и орать реально не стоит, возможно, я умнее там буду, если так перестроюсь, но, блядь. Может, пора стримить в адекватное время, чтобы можно было орать? Ну, я, блядь, сегодня у врачей был туда-сюда. В смысле, ты в адекватное время записал, ты запустил 8? Ну да, да. Ну, типа 11, блядь, это еще нормально, это еще детское время, нахуй. А во сколько ты завтра придешь? Давай. Я завтра... Я прям под стрим Вадя приду, он меня позвал этот... Слышите? Этот... Так нет, братан, ты рофлишь, тебе по-любому надо, чтобы тебе нормально можно было стримить. Что это за шумка такая? Нет, тут вообще нет шумки, брат. У меня соседи Давай. Меня вообще не слышат. Погнали. Не, у нас ты чё, у нас дома просто... Что я... это? Пацаны, у меня чел, у меня... Что? Пацаны, что это за хуйло? А, меня за стрим снайпал гандонило. Енот, нахуй. А, это читы, что ли, были? На топ-3 поставили челики. Так это читы или нет? Нет, наверное. Можете меня резнуть сразу, пацаны. Я метку дал вам на резалку. Соберитесь сейчас вместе, он сейчас будет вас по очереди ебать. Меня просто чел сразу с ножами ебнул, понял? Я только резнулся, я не знаю, как это вышло. Так, погоди, Вадь, ты один убежал. Ну ладно, резни славу. Он как-то сквозь стену пролетел, блядь. Я вообще не понял, это что за вампир был, нахуй? Это енотик, полоскун, полоскает обезьян. Это енотский вампир, блядь. О, спасибо, спасибо большое, брат. Бля, ладно, похуй. Меня обнаружили, давайте рядом держаться, рядом держаться. Они с нами опять, они с нами. А, меня реально... Меня опять хуярят. Мне пизда. Все. Они меня просто хуярят, слышь, я рты ваши трахал. Одного нокнул, хорош. Второй крафт. Еще, еби, 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 еби. Я нокнул еще одного себе. Понятно, нахуй началась, бля, главная проблема батл роялей. Вадь нокнул. Ебите ее, бля, просто отомстите, хуярьте их всех. Мы троих все нормально. Только реально троих ебнули? Да, да, да. Только енотика не было? Блядь. А как тебя поднять? Че, снова туда же. Пошли. Вон метка стоит. Если арморы есть, кушай арморы, Вадь. Как это уже взял? Не боты, да это боты были, ебать. Меня просто нихуя нет, они с оружием прибежали, мне пистолет траханый, блядь. Пацаны, поднимайте быстрее, иначе тут зона пиздец быстро смещается. Ну и мне поиграть, если сейчас хочется. Люди? Не-не-не, это люди, которые люди, понял, которых не надо трогать. Блядь, ну это, кстати, бред, я пиздец путаю игроков с людьми. Еще раз поставь, пожалуйста. А, вот. Там метка. Вот. Я бегу, где я не вижу? Желтый такой крестик. Блядь. А, мне ебет чел какой-то. Да, это вот, наверное, енотик, бля, попущенный. А где он? Под тобой ровно. Аккуратно, аккуратно. Я вдвоем. Не вижу. Ну-ка славу выкупим, гослав. Да, Вадь, я пошел славу выкупать. Может быть, тебя. Ну это не он, Вадь, ты выебешь его взад. На опыте, просто на опыте, на жестком аиме. Хорошо, хорошо, у Вади несколько челов. Сразу Вади спасай тоже. Выкупай нас двоих сразу. Я думаю, побежал. А-а-а, там чел сразу пришел, вот это енотик, да? А-а-а, ты посмотри, что делает. Сперма ебаная, блядь. Смегма, блядь. Мы не умеем играть. Не, я вообще не понял, меня как так быстро отъебали-то, блядь. А, так меня нельзя воскресить больше, походу. А, или можно? Тут проблема в другом. Пусть переебутся вообще, похуй на них, брат. Хорошо? Хорошо. Ебать, ты ему просто, бля, поясницу разорвал, в жопу выебал, блядь. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Хорошо? Давайте, Алексей. Ебите, блядь. Это ваша игра, нахуй. Ебать, там чел в полу бежит просто. Чел пишет, я в ахуе, тебе в телеге написали, что игра говно, а ты все равно не играешь, блядь. Ты долбоебушек, нахуй, мне игра нравится, блядь. Че, пропал крест? Не-не, сейчас поставлю, вот он. Ёб твою мать, а ближний пропал?
Это самый ближний? Славик, давай откат. Да не, ну блять, ну а чё? Я так понял, зачел и без хуйни. Здесь, наверное, нет хуйни вообще. Хотя хуй его знает. Бля, как-то далеко находится это. А, дядь, посмотри, где этот крест. Это пиздец. Беги похуй. Почему такой крест? Почему так далеко? Я-то не понимаю тоже. Посмотри, где он. Они стрим-снайпят типа, тебя? Я знал, блин. Спрыжка его, еби, вон тапай. На крышу, блядь. Вон еще чел. Ебать, отыгрывает туннели просто. А, он с мечами, блядь. Это, походу, енотик этот объебанный Иванус, блядь. Съебайся, съебайся. Тут у людей со слабым ПК, они же вообще, наверное, не могут поиграть, да? Почему наоборот? Ну, по крайней мере, лучше, чем в Warzone дела обстоят. Бля, Warzone, говорят, вообще скатился, блядь, просто в жопу нахуй. Да? Там пиздец, говорят, какую-то новую карту выпустили, там просто полкарты, это open field, блядь. Одно там поле, там даже спрятаться карты, негде, блядь. Там было, что очень много зелени, везде прятаться можно. На срезали, брат. Контраст был такой себе. Ну, пацаны не знают, тут надо файтить жестко сейчас. А как файтить пистолетом? А ты X. Ну вот в этом весь и прикол. Блять, челы, 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 челы на крыше. Пойдем в другую сторону, брат. Блять. Уходи, уходи, уходи. Блять, вообще оружия нет, слышь? Давай вниз можно спустить. А вот на эту крышу давай пробуем. Вон что-то лежит. Блять, двойные пистолеты вместо одного мы пистолета. Охуенно, блять. Это уже что-то. Съебалась нахуй отсюда, я с тебя все высосал, блядь. Тробалет есть. Бля, зона уже. Сверху пулемет есть, возьмите хотя бы пулемет. Хотя давай, я заберу. Он нормально будет какой-то. Не, пулик нормальный, хуйня уж. Угу. Так, Вадь, аккуратно, там бот у тебя. Пчелкин соло ебет. Боты слишком жесткие? Бля, боты очень жесткие, брат. Прям чересчур. Сразу в голову, ты еще спалишься, понял? Сейчас попробуй прикрыть его. Бля, я просто боюсь, сейчас челы придут. Нокнул одного. Второго нокнул. Пойдем, пойдем, пойдем. Третьего нокнул бота. Ебать, я бы съебался нахуй. Давайте уходим. Пойдем, 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 пойдем. Они сейчас заебут, у нас только патрон нет. Просто два пистолета, сука. Вон, у тебя дубинка, брат, забирай нахуй. Ладно, я ее сам забрал. Он заберет эту хуйню? Да, я нокнул их все. Хотя бы вот это. Лучше, чем ничего. Я их не нокнул. Это пулемет. Ну такое типа. Ну сблизи нормально можно разъебать. Сегодня с ним Лик сыграл. Правда, он не разъебал, но это другое дело. Там уже другой нюанс, блядь. Опа. Ебать, там пизда. Может подсосемся? Да, надо. Давай пробуем. Давай. У нас ганы, конечно. Ну, давай, ладно. Газование идет. Вон челы, стой. Да ну нахуй. Нокнул. Помечается один. Напротив меня чел, который помещается. Может его? Давай попробуем. Я пушу чел, пушу чел такой. Подожди. Да, меня тоже, мне больно. Помочь, пацаны. Входит. Помочь. Стать. Подо мной, пацаны, подо мной. Минус 80. Хуйлушка, надо мной точнее. Я не добил еще. Пойдем, пойдем, пойдем. Да, сзади нас чел. На крыше. Мать, над тобой прям. Бля, чел. Сейчас прилетит к нам. Вот он. А, вот настолько. Да. Минус 80. Мне хп очень мало. Он к тебе полетел? Нет, он вниз упал. Без армора, чел. Помогу. Я нокнул. Дай-дай-дай, я его сажу. Дай-дай-дай-дай-дай. Иди нахуй, блядь, ты чё, ебать, блядь? Что это за хуйня, блядь? Что это за уёбок, блядь? Не дай бог, это генотик опять объёбан Иванус, блядь. Сука, пиздец, блядь. Если ещё есть лохо, смотри, точка. Хватит, надо наверх идти. Пиздец, у меня столько, у меня так всё охуенно было. Куда вы ушли-то? А, у вас тоже, что ли, человек дохуя? Ебать, в пузо, блядь, пёрнул его. Полетел, пиздец, чё. Я нокнул. Хорош. Еще, еще. Нет. Помочь, помочь, Вадь, помочь.
Блять, ну. Она. Прожми скилл. Миротворцы, прожми, чтобы у тебя чел. Я не понимаю! Что это происходит? Хуйсос крутится просто! Блять, что это за хуйня, блять? Тебе надо было в этот момент прожать кью, ты бы стал металлическим, понял. Я не понимаю, блять. Ебланы тупые, блять. Вот я про это и говорил, милишки жестко. Блин, нахуй нужны вообще эти милишки, я не понимаю. Я, кстати, тоже не понял, нахуя они нужны вообще, какая-то беспонтовая хуйня. Чел просто ЛКМ нажимает, блять, и все. Ничего, хуя у тебя ПК шумит, я бы сам в ахуе, дядь. Может, из-за ПК стучат. Приколись реально, типа, нихуя не слышат, просто слышат, как ПК хуярит. И начали сейчас запариваться по поводу игры. Это важно, чтобы они не обосрались, нахуй. Я с разработчиками списывался, связывался. Реально? Да. Я говорю, введите Twitch дропсы, типа, на все эти каналы, кто будет стримить игру. Я, кстати, тоже не понял вообще, в чем нюанс, бля. Это же не так сложно. А они, типа, говорят, у нас Twitch дропсы будут только на официальный канал игры. Я такой, все, понял, первая ошибка, спасибо, до свидания. Бля, успехов нахуй разрабам, бля. Ебать хуйней страдают, пиздец. Странно. Они просто хотят себе захабать, понял, зрителей, да, на канал. Да, зачем им на их канал? Вместо того, что они могут привлечь игроков, блядь, они хотят себе зрителей, блядь. Да. Ну а что так, эти зрители им дадут? Официальный канал не будет очень много людей. Да, конечно, он нахуй никому не нужен, блядь. Не, из-за дропсов будут, но... Да никто, брат, ну только, блядь, именно будут... Знаешь, канал будут смотреть те, кто уже играет в игру. Новой аудитории не будет из-за этого. Конечно, да. Ну вот, да, в этом-то весь прикол. Я понимаю прекрасно, понимаешь? Но сука, вот, да, хуйней страдают, блядь. Я уже все понял. Давай сюда, пацаны. Терраса? Да, давай только по-братски вообще не будем расходиться сейчас. Давай. А кто разрабы, из какой страны? Ой, я не помню. Говорили, что-то там частично, то ли китайцы, то ли не китайцы, я не помню. У нас рядом страхи какие-то. Угу. Блять, он до сих пор шумит, а есть вероятность, что он вообще стучит не мне, а просто какой-то странный звук? А у тебя какая видеокарта? Если политовская, то она всегда шумит. Нет, стучит, понял? А, стучит. Правда. Да, может это не чел, сколько это стучит, чел? Ну просто схуяли, он часто стучит, я чё, бля, говорить в своей квартире после 11 не могу, нахуй. Бля, ебать у меня сосочка, конечно, пиздец, блядь. Ох, тела, на Лёшкина я бы тоже на Титькина бросал, блядь. Да и Вадя, бля, народ. Это так уже по приколу, бля. Пойдем вместе только. Залазь на крышу сразу, залазь на крышу. Вот здесь золотой сундук здесь. Да, вижу. Вот, у Лехи. Собирай его. Чего справа от нас, да. Сразу прям? Да. Ну и что в сундуке? Хуйня как все какая. Помогите, плиз. А где ты? Иду к тебе. Понял, идем. Я ног начала сразу. Скушай, я прикрою. А вот и я ищу челов его. Куши. Прятом птиц тебе. Нету никого. Ебать, нахуй, ебал уже, блядь. Тебя, бля, все твои кинты бросили, нахуй, потому что ты реально планку эту хуйню придумал, блядь. А, нет, блядь. Меня выебали в рот. Помогите. На мне чел. Выебать, он сейчас меня пришел добивать. Ну, конечно, добей меня сразу, ботяра, ты ебаный. Тебе просто в рот передел финик, нахуй. Ебаные, блядь. Бля, боже, нахуй, это пиздец вообще, бля, как здесь? Батя, не у меня. Бля, меня так вот бесит эта хуйня батл рояле, бля, это просто пизда. Где, я не вижу, меня кто-то убил, откуда ты? Вон, с этой прилетел. Меня хавает, Лёша, меня хавает, чел. Я понимаю, брат, за мной тоже чел. Я телекрам буду скрывать, мне похуй. Когда мы будем локацию выбирать. А я вообще не знал, что так можно. Ты все это время нас резал? Да. Я думал, ты просто сидел, у меня никакой ни шкалы, ничего не было. А шкала не появляется. Так, ладно, давайте. Ух, ебать, хороший лут. Бля, челы. Сразу челы здесь. Пойдем на крышу, пацаны, пойдем на крышу. Пойдем. ХГ займем. Суки ебаные, бля. Ебать, тут пожар, что за хуйня? Они дом подожгли, бля, вандалы ебаные. Как говорил мой дед, EA Sports. Да ну нахуй, он тебе так говорил? Этих челов? Да. Давай. Ботов ты хочешь убить? Ботов, да. Не-не-не, иди ко мне. Оружие дохуя, братики. Ну, пацаны, помощь! Я иду. Без армора два. Руки. Два отъебанных в жопу. Я 38, минус 27, минус 27. Нокнули? Нет. Ебать! Дал еще одного! Я нокнул своего типа. Я нокнул своего. Там ничем. Меня убивают.
Что это за пердёж? Тут какой-то хуй насрал, блядь. Аккуратно, аккуратно. Что это за хуйня? Ну скилл, это скилл, бомба это. А, это скилл? Да. Это пиздец. Но она нормально убивает, я тебе хочу сказать. Вот она, видишь, я на неё наступил. Мне чел пишет, хуй. Хули с ВХ гоняешь? Ну че нахуй, стрел снайпера, ебало в дерьме, блядь. Па-па-ра. Извините, что реально каловые извержения капнули, блядь, так сказать, на щеке. Иди сюда, хинрой. Покажи, что у тебя, покажи. Покажи, покажи. Опа. ППшка или что это? А, ППшка. Да, ну, это хорошая. Ну, какого качества? Хорошая. Золотое, золотое. Золотое у тебя? Да. Это разъем, да. Очень редко, на самом деле, золотые ганы падают. Так, на мармору. Блядь, царин. Бля, я бы на самом деле челов бы подхавал, ну вот если на чистоту. Ну давай, 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 сангвиников покушаем. О, кровь. А вот тогда розовых, розовых типов, понял, таких розовых, розовых. О, какую-то хуйню нашел, вообще непонятную. Бля. А золотого. Золотые. Золотой это вот... ближний бой как раз, брат, по-моему. Начитает, а, да, нет, подожди, там есть такой, знаешь, да, типа, да, там бой. Есть экстра лайф. Который дополнительно. И экстра джуси бонуску просто берешь сразу нахуй, и все пушки падают. Спасибо. А когда мы хаваем, нас видят, да? Нет, нет, если только тебя увидели другие люди, понял? Когда ты хаваешь, типа, человека... Не должен другой увидеть. Да, не должен увидеть другой, то есть не должно быть рядом другого чела. Вот. Блядь, что-то от вас отделился, пацаны, пиздец, я к вам. А как челу пройти? Он там стоит, но я не могу пройти. Где? А я его через стену ем. Бахуля. Нормально, у тебя рот работает через стену. Блять, как охуенно по крышам бегать, пацаны. Ты, может, трейсер в душе, слышишь? Может, может быть. Стоило заняться трейсером. Трейсером. Так я всех сейчас буду жрать просто. А всех не получится. Ты сможешь сожрать только троих для улучшения. А чтобы нет, жрать нет. больше... И чтобы жрать больше, тебе надо жрать игроков именно. Но Вадя жрал уже игроков. Он уже жрал игроков. Одного. Ну вот, значит, будет там 4, по-моему, можно или сколько. Если одного, то 4 можно. И представь, когда ты вот так вот усовершенствуешь все, будешь бегать, как дурачок просто такой. Бля, я, допустим, еще вообще ни одного чела не схавал, вообще никого. Я четверых уже. Вот это пиздец, это очень хорошо. О, я еще одного сейчас кушаю, дурочка. Бля, что лучше, интересно, томик? Или калаш? Или что? А, не, ну это разные дистанции, брат. Томик это ближняя дистанция. Томик или... Ну, чуть-чуть другой, так сказать. А, вы про это. С другой обоймы. Про Белоснежку, типа. И 7 этих. Там, по-моему, другие были. Да не, не самые. Ну тоже такие запоминающиеся. Бля, дайте мне человечка сожрать, пацаны. Нам бы армор. О, вон арморы, по-моему, стоят. А ну-ка. Бля, ну какой ближний бой? Иди ты нахуй, ёпта. Пиздятина, бля. Мы тебя сделали бой. Нормально ебнул, Лёх. У меня чел, помощь. Вать зона. И сразу уходим. Я нокнул. Бля, пацаны, так вы в пердёж запрыгнули, нахуй. Давайте-ка, блядь, осторожней, съёбывайтесь. Профессионально. Если армор есть, покушайте, я вас подхилю. А есть хилить, есть хилить. Я подхилю, иди сюда, давай что вместе. Блять, я скатился. У меня есть армор, я скину, подойдите ко мне. Я как раз хильнул вас, подождите. Скидываю два. Хилю. Раз. Два. Сейчас, подождите, вы можете стоять долго хилиться. Как не скинул? Кто-то забрал. А, вы на фул, все нормально, да? Я не забирал, все брат. Все, 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 все. Да, мы на фул. Все, готовы файтить. Все, уничтожил этого человека. Блять, ни одного человечка не съел нахуй. Че за день ебучий? Не пососал даже. Типа хуёвый день у вампира, блядь. Не отсосал ни одного чела, блядь. Справа, справа, сангвиники внизу. Вон, подожди. Бля, это вообще какой-то, блядь, никакой прозрачный нахуй. Да я вот этого сожру, блядь. Всё, я ем третьего сангвиника. Понял, спасибо, что крыса, блядь, жадная нахуй. Брат. На мне два есть, на мне два есть. Вопрос о сосании. Два чела? Ну, вот эти фиолетовые. О, да, я схаваю. Они на фиолетовые или розовые? Розовый, розовый. Мне и тот нужен. Мне просто хотя бы, чтобы какое-то хоть что-то было. А вот чел. У нас чел, пацаны, у нас чел. Рядом прям. Где? Залазь на крышу, пока, залазь на крыше. Я сейчас доем и приду. Давай, приятно.
Да, вон он прыгает. Это не енот? Или енот в предыдущей карте? Не, енотик сейчас поляжет сразу просто, блядь, отъебанный. Полоскун, реально, дурачок. Я иду пушу его. Полоскун, сука. Он не один, а полостись сука. Мои сметания, блядь. Я с тобой иду. Да, он внизу под тобой уже. Справа стреляет. Ой, Вадим. Ой-ой-ой-ой-ой. Отойди чуть. Накоцал одного, армор снял. Ворон опустил. Блять, он напердел опять от хуй ебаный, блядь. У него недержание каловое, блядь. Коцай чел, 10 хп. Дал 14. Ебачок. Танцы порезалась. Бля, еще челы под. Без армора хуй. Ты посмотри, там чел на Хогвартс залез нахуй. Ой, минус 108 дал вашему дальнему. Ебать, он какой-то пиздятиной откидывается. На мне. У него арбалет. Надо Ваде помочь. Вадя, живи. Спрячься за укрытие. 27, 54. Коцаный хуй. Ну, у нас так плохо, мы бутерброды держосиком. Подхили малость. Прыгнул к тебе. Ну успокойся, ты уебища. Я его жру. Хорошо. У нас с разных сторон, Слав, у тебя еще в спине типы. Я помню. Вот там был чел. О, вот он. Вот справа. Метка. Я его сбрил. Сзади челы стреляют. Пушите. Да где эти, блядь? Я томик нужен. Алло, чел у тебя! Да, вижу. Нок. И вот там чел. Пойдем. Вон ворон запустил. Ебать, что это он за хуйню у меня пульнул, какой-то, блядь, старичок скинул. Давай. Пойдем в зону, пацаны. Осторожней спину, блядь, чекайте, этот хуй может подсидеть нас, блядь. Вон он. Станция для Томика плохая. Блядь. У меня калаш фиолетовый. Хорошо. Ебать, я колдун, нахуй. Ну успокойся ты, ебать, нахуй. Закрой свои ладони, блядь. Накоцал, он прям белый, он прям без хп, вот тут чел. Без хп, бля, очко свою стал. Зоны. Долбоёб нахуй, ты чё здесь сидишь, ебать, я сейчас тебя откушу, блядь, один, мозжечок, один, блядь. Здесь. Покосал очень сильно. Вон ещё. На мне хуй. Ты один. Где? Ты не один. Где? Вот там где был. Вот где-то здесь, в этом здании. Нокнул. Он красный был. Хорош, кушай нахуй его. Жру дерьмо. Кушай. Могу сейчас сверху пасать, главное, чтобы тебе в ротик не залетело, чтобы только на него попало. А вон чел помечается, слышишь? Где? Красненький. Да. А, ну это вдалеке. О, подожди, смотри. Справа, понял, блядь. Справа, чел. Коцаны, пиздец, коцаны. Ушли очкошники ебаные. Пойдем зону займем. Не пушивать? А, го-зона, это зона. Пойдем хг займем, вот это. Го. Кружочек. Жесткий. Еще один. Опа. Будь здоров. Спасибо. Гастрит. Нечел. В упоре. Вот здесь был. Отошел, вниз упал. Вниз. Вот он. Убивать. Двое. Еще одна. Нокнул. Долить от чел. Понял. Мы тут доедаем так сразу. Я сразу съедаю. Катана. Бля, у него дробаш был. Так-то. Бля, я так хочу сейчас кричать, бля, белый, блядь, сука, и нихуя, блядь. Белый. А, один чел остался. А здесь он. А, в натуре? Да. Так мы выиграли, бля. Нет, он чуть дальше. Ебался нахуй. Блядь. Я пью пакетик с кровью. Давай. Наедайте, говорю, всей. Ему пизда. Ему пизда, Алексей. Ему пизда, блядь. Хорош, пожалуйста.
Найс, блять, найс. Она, ну, стрелять тут очень легко, прям. Блять, мы пиздец легенда в этой залупе, блять. Ну чё, как вам, скажите честно? Она прикольная. Да. Тут такую вакуню можно давать, это просто пиздец. Особенно с пимпой. Прыжки-то. Ча-ча, голову. Валорик Дота. Я уверен, что если бы Слава сказал сейчас гоу Валорик, вы бы писали хуйня ебаная. Да, да, 100%. Валорик ВБ. Казик, ну Казик, да, у Славы Казик имба, базара нет. Не, ну Казик я бы и сам припизнул, я уже давно не играл, я после завтра сделал. Только Казик играть, что ли? Валора норм. Валора, Дота, да, это мне нравится, игры. Мне нравятся вот игры на Соньке сейчас, пиздец меня разъебывает, дядь. Я как бы как да. Батя себя, ну, чувствую. Кстати, если ты хочешь, мы можем что-то на Соньке пройти вместе. Вот это вообще разъеб, пиздец. Я подключу, сядем. Ну есть. Вот раньше, я хочу раньше сделать, понял? В смысле, вчера типа? Не, вчера я уже не смогу, я не умею обратно в будущее возвращаться. Ну ты сказал, хочу раньше. В прошлое. Как, раньше? Да не, ну раньше. Это шутничок. Спасибо. Боровичок. Я бы жестко из голоса заорал, блин, но боюсь, сосед нахуй не оценит. Боюсь сосать потом жестко. Боюсь потом сосать придется. Но я-то не буду от Катюхи. Я это пиздатый момент, я всегда вспоминаю мы Миллера, короче, когда он договаривался с копом, помнишь? А, чтобы он отсосал ему? Да, чтобы он ему отсосал, он говорит, ну вообще-то. Бля, ты вчера вилка? А, ну ты-то вил, ты вил, как я Катюхи зарядил вчера? Да, я видел, так я еще потом смотрел. Смысл зарядил. Ну я жестко в нос переданул прям в упор. Ой, дурак. Ну бля, у нас такая любовь, типа, по угару. Погнали. Тебе-то это понравилось, ведь я не особо увидел. Не, просто если я бы тебе так сделал, я бы думал, ты кайфанул, у тебя прям глаза бы закатились. Бля, я бы тоже кайфанул. Будь здоров. На самом деле, если человек близкий, его пердёж даже по-другому ощущается, знаешь, как духи, как да, монталь. Да, да, реально. Тебе Натаха в нос пердит? Не, только я. Реально? Честно, я не пержу вообще. Типа, ну, редко я могу дать волынку. Не, я часто, смотря от того, что ем, потому что у меня такое, у меня кишечник. Себе тоже держать нельзя, Вать. Не, в себе нельзя, понял? Не, ну держать-то это такое. Я стараюсь где-то отойти, там, понял? Типа. Не, надо сега выпускать, дядь, вообще похуй где ты. Не, даже отходить не надо. Если секунду передержишь, я, может жопа разорваться. У меня нет такого, что я прям контролю себя, понял как-то, но стараюсь типа прям не жестко пердеть. А револьвер пиздатый, да, оружие вроде? Ну он типа тапает, да, можешь попробовать. Конечно. С хита убивает? Или а, тапает? Нет. А? Нет, тапает, я имею в виду, что типа, ну... По одной, я понял, доставляет. По одной и так нормально дает. А на расстоянии нормально ебет? Да, как снайпер. Хочешь, кстати, реально сделаем какое-то прохождение совместное? Ну это разъебная хуйня. Я вот просто сейчас вещи, я не знаю, какие соло-игры есть. Какие-то самые пиздатые, которые я хотел поиграть. Меня ебет, чел! Иду. Попал. Я ебет, чел, очень жестко. Прям в рот. Я пакетик выпиваю. Я ему пару хп оставил. Вот тут вот. Накоцал нормально. По-любому он очень красный, сверху? Пиздец. Еще к нему туда чел бежит. Еще чел пришел. Да, вижу. Да, сломал армор. Без армора чел, нахуярил нормально. Вообще можем, почему нет? Я тоже прыгаю. Они отошли. И тут эти мыши гребаные. У нас видно. Когда я кью нажимаю, у меня нельзя бить, да? Тебе да, но ты. Нельзя, ну, тебе бить нельзя бить, но ты ебанутый урон вносишь. Ребят, точнее, ты не получаешь урон. Вот здесь вот прям. Кого подхилить? Когда я поднимаюсь прям. Вот насчет поднимаюсь. Попал. Я при смерти. Я упал вниз. Я нокнул одну. Бустер. У меня чел, брат, у меня проблемы большие. Я могу вниз упасть, ты меня можешь поднять. Давай. Я упал вниз. Не, надо было оставаться, зря я упал. Они сейчас... поднимают тоже своего. А, понял, тогда заебись. Я нокнул с одну там. И сюда, идите, падайте сразу ко мне, хильнул. Что делаем? Можешь все закончить? Я просто инфу собираю, я смотрю, чтобы они не спрыгнули. Я предлагаю уйти отсюда пока. Да, давай. Катана. Пойдем. После катана? Уходим. Катана это охуенно. На дистанции они вот. Все, попиздавали, давайте попиздавали. Попробуем. Нет, плохо ухожу. Пробую нокнуть. Ай, больно, ходите, сука. Поживи. Я хильну тебя несу. У меня 23 хп. Сейчас. Ебать, ты охуел, ебать!
Шелуха, блядь. Коцан один. Ты в передюже, Лёв, тебя обосрали. С 80 хватит ему. Спрыгнул, парни, спрыгнул. Спонис обходит. Я вижу, брат. Дал 110 урона. Ты один остался, брат. Иди, Вать, можешь убежать? Да, все, ко мне пришел хуй ебаный вонючий. Просто уходи, брат. Сука, блядь. It's Takes Two, это где вот эти куколки, типа, челы превратились в куколок? Да. У меня мы играли с Катюхой, начинали в нее. Что-то да, хуй забили. Ну она такая, типа, соу-соу. Да. Не, я хочу больше какого-то экшена, возможно, там, где может быть, стрелялки. Сейчас. Тыкнул, пробил. Можно это пойти, где из тюрьмы вдвоем сбегают, типа. О, близко, кстати. Ну, я не играл в нее. Она прикольная, я не доиграл. Way Out. Да, я, кстати, тоже ни разу не играл. Не играл или не доиграл? Way Out. А я не помню, как она называется. Чат, напомни. Ты играл? Нет, я не играл, блядь, это Вадя играл. Нет, ты играл. Я играл? Что, блядь, происходит? Я не играл. Кто играл? Нет, я не играл. Я не играл. Нет, я играл на стриме, но не играл. Нет, я не играл. Мне просто пишут, что я играл. Схуя ли я играл? Где воскресить? Нет. Вот, это пятно белое вот это. Да-да. Я не играл. Блять, кто играл? Ты не играл. Получается, никто я не играл. Я играл чуть-чуть. A way out. Да-да-да, точно. Но я не играл. А, я играл. Погнали. Я ебаный в рот, блять. Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, можно сказать, не играл по факту. Можно сказать, не играл, да. Вот. А ты играл? Я нет. Даже чуть-чуть. Нет, ты только что сказал, Катюха, начинали. Нет, мы с Катюхой в другую. Вань. А ты играл? Блять. Какую? Ввоял. На мне чел. Живи. Просто уйди. При смерти. Он один хп. Сейчас будет. Я не могу, его не вижу. Он за мансует. Делай грязь. А я подниму Вадим. Я не вижу его, дядь. Он в пердеже растворился. Хорошо, бывает. Ой, случайно. А, вон он. Подожди. Вон он стоит. Вот он, ребята! Чего вы его не убиваете? Жалеете? Я полетел, говорю, 27. Мне на 100 урона дал, 90. На, хорошо. Коцин должен быть, пиздец. Меня нокнули, блять! Откуда? Вон отсюда, я поставил метку. Вижу. Я в сейве, в жесткой сейве. Я нокнул типа. Нам нечел. Слав, надо уходить тебе. Либо его одного убивать и все. Потому что здесь двое на мне. Хорош. Вам уйти надо. Если получится. У вас там еще двое сейчас. Ебашь в рот. Еще двое сейчас. Охуенно. Пошли, уходи. Славянчий. Ага, иду. Что это такое? Что с хп у вас? Не забей хуй, такой-то перепуганный, блядь. Пошли. Может меня резнуть. Пойдем. Вот это типы двое. Так они не пошли, я пойду. Вать, как ориген откатится. Съебался нахуй. Подыми. Иду. Я иду. А, подожди, она далеко. Далеко, да, ну а чё, какие у нас варианты есть? Нет вариантов. Ну, какие вот. Слава? Погнали. Погнали, похуй. А вы успеете дойти? А вот в этой стороне нет ничего? Подожди, это зона? Нет. Да, это зона. Вот тут а, вот, далеко. На краю, наоборот, хорош вот это. Вот здесь мы успеем тебя поднять, пойдем. Ну я не понимаю, вы ее успеваете? Да, успеваем, конечно. Просто если зона ее закроют, вы не успеете. Не, успеем. В зоне поднимем. Она, по-моему, исчезает просто. Думаешь? Да, она крестом становится. Все, ГГ, она сейчас. А, в натуре. Хорошо, есть еще? Давай другую. Да, вот сюда. Другую. Все, я бегу. Давай. Пойдем. Рудольфину. От кого? Рейд от пазла? Рудольф. Спасибо большое. Кого? Мне еще никогда пазлы не рейдили, блядь. Пазл зарейдил. Он собрался и зарейдил, слышишь? Хорошая, блядь. Блять, там челы, братик. Давай пойдем. Ебать. Стой, давай загасимся. Пойдем вот так налево, через лево пойдем. Подожди, это кто такой нахуй? Сердце вкусное пульсирует. Бля, там Мэри Поппинс летала. Я тоже видел, бля, улетела нахуй. Все, бегите жестко. Пойдем, брат. Ой, такой open space. Ой, блядь, а пиздец. Ну все, пробегайте мимо, там они файтятся. Ебать, тут залупа творится, брат, пиздец. Давай так, по краешкам. Ой, Вась, хорошо. Скользи на Е постоянно. По откату прям. Ой, на Е, говорю. Ебать, скользит. Слышишь, тут какая-то хуйня патрулирует, это нормально? Давай, уже близко.
Так, я на лютом регене двигаюсь, нормально все. Прыгни, рывок сделай. О, пошло дело. Два дерева скидывает. Брат, заберите. А, ладно, уже ничего не забирать, я все спизнул. Они с ботами стреляют. Все. Ух ты, блядь! Сука. Хорош. Че ты с кем, брат? Здесь, прям у нас. Вот здесь. Попал. Отходи, Белкин. Я ушел. Нам зона нужна следующая. Пойдем на вот этот дом хотя бы встанем. Подождите, мне хотя бы тут оружие надо, я вот что-то заберу. Вон какие-то залупы, блядь, там вон кровь, там вот тут всякую хуйню позабирайте. И вам отсылает, нет, это... Белкин. Давай их одновременно двоих выебим. Давай. Раз, два, три. Получилось? Хорошо. Да, получилось. Идеально получилось, братик. Пацаны, заберите дробовик здесь, дробовик. Пока еще лучше ни разу не получалось. А потому что мы первый раз командные действия сделали. Нормально, главное, чтобы... Это Пчелкин. Пчелкин, блядь. А, если ты ее наконец. Все, ХГ держим, заебись. Я приду. Будь здоров. Спасибо. Спасибо. О, у нас зона. Вы видели там пасхалку, кстати? У нас зона, просто держим ее и все, мы никого не впустим сюда. Хуярить их. Чел тут. 30. 27. 49. Заполз. Гнида. О! Птицы прилетели с правой стороны. 60, да. на метке 360. Да, понял. Смотри. 30-60, 120-90. Красный пиздец. Ну я прыгаю к нему. Давай. Убить. Молодцы. Молодцы, поднимай. Поднимаем его, брат. Контроль. Подожди, ничего не кушай. Он красный, пиздец. Слава. На нас. Один хп. Убил. Молодцы, нахуй. Я сожру дерьмо. Чё? Брат, это что за хуйло ебаное, отраханное в жопу, блядь? Поднимите меня, мужики. Блядь, Лёша, еби его. Ой, нахуй. Ой, бля, весело, наверное, играть вот так, да? Что это за пиздец, брат? Что это за уёбок? Это тот, умничка, который лежит. Блядь, умничка, пиздец. Пиздец, что это за хуйлятина была только что, блядь? Красавчик, нахуй. Хуйло, блядь. Так, снизу надо его убить. Бля, сейчас молодец, пиздец. Пиздец, блядь. А вы не убили его, надо его убить. Я вообще хорош, Лёха, блядь. Пиздец. Надо убить, где-то снизу валяется, дурачок. А, хил, держи хил. А как его найти? Пацаны. Да он сюда заходит. Да хуй с ним, мне кажется. А, так на мне вот. Я убью. Слав, я жру чела и наверх поднимаюсь. Брать. Под нами, чел, иди сюда, под нами, чел, брат, прям под нами, нам пизда. Где? Я обнаружил. Под нами теперь нет. А ресалка есть, Вадь, посмотри. Он что, может обойтись с другой стороны, залез с другой стороны, брат, вон. Ресалка, брат, у меня, залез с другой стороны, ты меня слышишь, Лёх, если что? Да, я слышу тебя. Все, вот здесь, вот он. Не, ресалка. Набью справа. Еби его жопу. Улетел. Брат, это что за пиздло? Зря ты влетел, блядь. Томиган. Короче, под нами. Нас со всех сторон ебут, брат. Нам это ХГ пиздец дорого обойдется, нахуй. Еби его. Видишь? Слава, где? Рисованный чел. Не могу, брат, не слышу ничего, видишь, он за стенкой стоит. А, он за этим, да. Да. Пиздец, брат. Минус 80. Да, блядь, такие черти, нахуй. Еще, Белкин. Пойдем с опенфилда ебать их. Право, подожди. Да. Что это за хуйня, я родной? Уже не вижу. Пойдем вниз, пойдем. Зона. Молодцы. Дерьмо сожрать. Перегородники, прыгай. Там три. Хорошо, молодец. Ой, ты назад прилетел, взял. Ногу. Все, ты один. А что мне делать в такой ситуации? Они что, тимятся эти ублюдки ебаные, нахуй?
просто одна команда. Я не пойму, как будто 4 человека там было. А, ну да. Какая-то хуйня, я вообще не понял, что только что было. Да, точно. Не, потом... Суки, блядь. Одна команда. Одна команда, 2 в 2 мы остались, получается. Ну, возможно. Нет, так 3 было. Блядь. Мне тоже казалось, что я как будто весь сервер против нас нахуярился. Блядь, здесь такая зона какая-то ебанута быстрая, блядь. Я вообще ничего не понимаю, нахуй. Нет, только опыта не хватает. На Таизе бы выигрывали вообще. Ой, что, ты спать пойдешь? Ой, спать, блядь, сериал смотреть? Или что там, да, фильм? Да. Ну, я не знаю, что. Просто чуть-чуть подумаю. Я понял. Давай, врубай. Я замучусь пока. Ой, блядь. Ну чё, как скажешь, как вам игра? Только честно, блядь, мне не нужно ваше мнение. Если хуйня, говорите хуйня. Ну, в смысле, мне нужно ваше мнение, но не нужно подлизыванное мнение. Норм. Бля, по-моему, такая бодренькая игра, пиздатенькая, бля. Просто надо привыкнуть. То есть есть какие-то моменты недоработанные. Даже интересно, как посмотреть, как она со стороны была, блядь. Ну так-то она ебать интересная. Вот именно интересная, нахуй. Ну лично для меня так, нахуй. Короче, прикольно, я кайфанул. Бля, ну с, норм игра, видел, как Пчелкин играл, сам начал. Да, на пиздата мне тоже понравилось, бля. Я в хуйню не играю, согласитесь, бля. Если я играю, то я играю, бля, как до последнего ебу. Бля, давайте чуть-чуть ебанем в UFC-шку.